все хорошо? Голос какой-то унылый. Похоже, я только что лишился работы. Город, точнее Норман, срезал финансирование. О, Пит, мне жаль. Пит, эта станция отслеживает GPS-чипы, вживленные в птицы других животных. Собирает данные об окружающей среде, как хотела мама. А еще улучшает GPS-сеть Аскорб, как хотел папа. Короче, все в порядке. Наверное. Прости, я должен был сразу сказать тебе не тратить на нее время. Эй, этот прибор поможет мне выследить сбежавшего паукобота. Это потеря не из дешевых. Ладно, я усилил сигнал связи на другом паукоботе. Он сможет отследить братца. Я потерял сигнал сбежавшего бота в том парке. Там и выпущу этого. Обычное дело. Выгуливаю в парке своего паукобота, как все. Хорошо, он поймал сигнал сбежавшего паукобота. Где же он? Может, его нашел и унес домой ребенок? Такой игрушки больше ни у кого нет. Я прогнал алгоритм поиска в узких местах. Эта труба подходит. О, нет. Надеюсь, его не сбили. Пешеходные переходы Нью-Йорка небезопасны. Он оказался путешественником. Случилась тревога? Что? О, да быть того не может! А если я напугаю птицу, она уронит паукобота и сломает его. А этот голубь силен. Он в птичьей тренажерке клювом не щелкал. И вот мы в гнезде. Ух ты! Это же мой паукобот! Я поймал пернатого клептомана! Теперь, когда я знаю, где они, начнем спасательную миссию. Гарри очень помог мне в тот раз. Вот бы отблагодарить его. Придется доработать паукоботов перед тем, как снова отпускать их на прогулку.